В общественной приемной партии «Единая Россия» прошел очередной прием жителей округа. Для того, чтобы дать исчерпывающую консультацию по различным вопросам, на ней присутствовали депутат Ленинского городского округа, юрист и представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в Ленинском городском округе. Встречи с жителями в общественной приемной партии «Единая Россия» проходят еженедельно. На прием приходят жители Ленинского городского округа с вопросами, касающимися самых различных сфер. Кого-то удается проконсультировать уже в ходе встречи, некоторые проблемы требуют обращения в службы или организации муниципалитета. Сегодня у нас прием тематический. Мы принимаем людей пожилого возраста по социальным вопросам. Информация была разослана по социальным сетям и по учреждениям, в том числе в Центр Веры, социальная защита. И пришли сегодня к нам пенсионеры со своими вопросами. У каждого свое, какие-то личные дела, общественные и прочее. Мы постараемся решить. Чтобы дать людям максимально полные консультации, на встрече присутствовали заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Ирина Архангельская, представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в Ленинском городском округе Олег Мурашов и юрист Вячеслав Краснонос. В прошлом году была тяжелая ситуация, соответственно, приемы были в режиме онлайн, в режиме ВКС. Теперь немножко стало полегче, люди уже приходят сами. В этот раз на прием записались 10 посетителей. За год же в общественную приемную приходит более 300 человек.